марта войска Первого Белорусского фронта завершили ликвидацию окруженной группировки противника южнее города Шифельбай. По предварительным данным, в этом районе взято в плен более 8 тысяч немецких солдат и офицеров и захвачено большое количество вооружения и военного имущества. В числе пленных командир 10-го немецкого армейского корпуса генерал-лейтенант Крапе вместе со своим штабом. Войска 2-го украинского фронта, боями продвигаясь вперед, вышли на подступы к городу Банско-Штявница. Немецкая пехота, усиленная самоходными орудиями, предприняла контратаку. Советские части опрокинули гитлеровцев и ворвались в город. Всю ночь шли уличные бои. За 7 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 116 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 39 самолетов противника.